Скажи, с кем ты сегодня боксируешь? Я сегодня боксирую с парнем из Англии. Вот. Ничего про него не знаю, как он боксирует. Наверное, неудобный, он высокий, меня выше на голову. Все, что мне известно. А, левша еще, это знаю. Ну ты будешь боксировать в своем весе, да, в 92? Да, да, в своей весовой. 92 килограмма. Просто мне кажется, ты для 92 вроде маловат, нет? Сейчас увидите. Сейчас. Выйду в ринг, там видно будет. Это так сейчас кажется. Ну а как ты говорил, что ты хочешь, да, себя проявить, чтобы попасть на чемпионат мира, да? То есть ты сегодня будешь боксировать на все 100, да? Ну, сегодня, да, надо хорошо себя показать. Ну, главное не торопиться. По идее. План такой. Первый раунд разведка. А потом посмотрим, как получится. Second where you work, right? Breathe.
пропускаешь и устаешь, понял? Лучше бить, уставать. Лучше бить, уставать, чем пропускать, уставать. Побольше надо работать, побольше бить надо. Big deep breath, come on. Two big deep breaths. And then you could call it for a while. Imagine you have no qualifier, you're fully motivated, you're fully motivated. You could do it. Чем работать. А так, неплохо, хорошо поработал. Главное, в себе не сомневаться. Это залог будущих побед. Ну смотри, мне кажется, что вот, ну, на моей памяти ты, наверное, первый казах, который работает в таком американском стиле. Да. Вот откуда у тебя вообще этот стиль? Блин. Просто трассу заставляли, как научились, так научились. Все, ничего такого нету. То есть ты в классическом ставили. Стиле вообще не работаешь? Работал, наверное, по юношам, боя 2-3, потом понял, что немножко не мое, вот, и уже потом методом проб и ошибок, у меня есть бэкграунд работы тренером, около 6 лет, и вот там сам учился, сам смотрел, что-то подсказывали, и вот получилось то, что получилось, сейчас это все дело шлифуем и посмотрим, как получится. По сегодняшнему сопернику что ты можешь сказать? Неудобный, неблагой. Но, не считая третьего раунда, в принципе, все по плану, все хорошо. Мне все понравилось. Отрабатывал то, что задумывал. В третьем раунде чуть-чуть задышал, потому что давно не боксировал. А так, два раунда хорошо провел. Ну, вот как тебе его передняя рука доставила? Блин, мне все его руки доставить неудобно, их как будто штук 6 там.
Вот. Ну, обходил, пробовал, доставал. Чуть-чуть, я же в третьем раунде застоялся. А так все окей, все более-менее по плану. Ну, будем, сейчас пересмотрю, а там уже видно будет, как получилось.